Уже сегодня на дорогах дежурят инспекторы, которые проверяют состояние шин и напоминают об ограничениях движения с 29 декабря по 8 января в Краснополянском сельском округе. В направлении поселка будут организованы посты ДПС. Сотрудники ГИБДД проверяют автомобили на предмет оборудования зимней или всесезонной резиной. Машины на летней резине проехать горнолыжным трассам не смогут. Кроме того, инспекторы уже сегодня проверяют наличие знака «шипы» на автомобилях со шипованной резиной и глубину протектора. Это напрямую связано с возможным ухудшением сцепных качеств колес, а значит, влияет на безопасность. В случае использования отшипованных зимних шин в задней части автомобиля в обязательном порядке предполагается наличие опознавательного знака «шипы», отсутствие которого предполагает административную ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, штраф за нарушение которых составляет 500 рублей.